Более 600 школьников съехались в Тюмень на всероссийский турнир юных математиков. В течение недели они будут соревноваться в решении задач. Все участники поделены на три возрастные группы. В каждой лиге пройдет 4 тура состязаний. Задания подбирает комиссия, состоящая из представителей разных городов. Отбор на состязание был серьезный. Внутренний отбор, конечно, был. В школе у нас всегда проходят различные состязания, и поэтому отбирают наиболее хороших математиков, которые впоследствии будут представлять нашу школу. Конечно, у нас есть шансы, шансы есть всегда. Ну и я считаю, что у нас достаточно сильные команды для победы. В свободное время для участников турнира организуют спортивные мероприятия и экскурсии по Тюмени.